Никто не сможет забрать у вас то, что Бог сделал в вас и через вас. И никто не сможет отрицать, что произошло. К нам приходит свидетельство за свидетельством о чудесах, которые произошли в результате наших молитв. Я буду делиться с вами об этих чудесах и завтра, и на следующей неделе. По плану у нас в сегодняшней программе должен был быть гость, но мы решили всех гостей отложить до следующей недели. Наши гости будут в разные дни делиться с нами тем, что Бог совершил в их жизни и в их служении. Потому что славу за эти чудеса мы воздаем не человеку, но все это сила Евангелия. Евангелие — это сила Божья. Добрая весть Царства Божьего состоит в том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Знаете, что намеревается сделать дьявол? Он хочет украсть у церкви эту истину. Коронавирус. Вдруг я умру? Но даже если человек заражается коронавирусом, лишь 1.5% из всех заболевших рискует умереть от этого вируса. А вот страх способен произвести в вашем теле различные заболевания. Беспокойство и страх поднимают кровяное давление. С чем мы действительно должны сражаться в это время, так это с духом страха. Мы служим великому Богу, совершающим чудеса. Мы служим всемогущему, всесильному Богу. Аллилуйя. Сегодня мы не будем смотреть видеосюжеты со свидетельствами о Божьих чудесах. Прежде чем начать молиться, я хотел бы прочитать вам следующее место Писания, которое приведет нас к молитве. Сегодня я хочу посвятить больше времени молитве о вас. Я хочу молиться сегодня до тех пор, пока вы не будете исполнены Духом Божьим. Давайте посмотрим следующее место Писания. Это глава 5, Евангелие от Марка, с 18 по 20 стих. Слово Божье говорит: «И когда Иисус вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: „Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя“. И пошел и начал проповедовать, что сотворил с ним Иисус. И все дивились». Итак, вы видите, что Иисус сказал этому человеку. Вы видите, что с ним произошло. Люди в этом городе боялись этого одержимого. Они все боялись его. Итак, вы видите, что Иисус сказал этому человеку. Он ходил по городу абсолютно нагим и сеял страх среди народа. Он жил в гробах,
И люди были от него просто в ужасе. Он резал себя острыми камнями. Он был для них устрашающим. И вот Иисус изгоняет из него всех бесов только одним словом. Только представьте, ему не пришлось страдать 8 часов кряду. Иисус не отвел его в отдельную комнату, чтобы целый час перечислять различные родовые проклятия, пытаясь их разрушить. Он не пытался выяснить, являются ли эти бесы и одержимость результатом грехов его отца, деда или прадеда. Он вообще не спросил его об истории его семьи. Иисус просто прогнал этот легион демонов. Он просто сказал им: «Убирайся». С помощью всего лишь одного слова и от силы огня Духа Святого легион бесов оставил этого бесноватого. И когда бесы покинули его, к человеку вернулся ясный разум. К нему вернулся здравый смысл. Что же произошло после этого? Этот человек хотел последовать за Иисусом, но Иисус сказал ему: «Нет, иди домой и расскажи всем людям, что Бог совершил для тебя». Некоторые люди говорят мне: «Гермес, зачем ты вообще обо всех этих чудесах разговариваешь? Где твоя скромность и смирение?» Но при чем тут мое смирение и демонстрация силы Божьей? Точно так же, как Иисус сказал этому человеку: «Иди и возвести всем о том, что Бог совершил в твоей жизни». Единственная причина, по которой Иисус порой просил людей не рассказывать другим об их чуде, заключалась в том, что это могло быть опасно для Иисуса, а его время еще не пришло, потому что фарисеи намеревались убить Иисуса. Поэтому он порой просил людей никому не рассказывать о совершенном чуде. Но этому бывшему одержимому Иисус сказал: «Иди и расскажи всем, что Бог сделал для тебя». Другими словами, иди и свидетельствуй. Я хочу вдохновить каждого из вас сегодня, чтобы вы неустанно свидетельствовали другим людям о том, что совершил для вас Бог. Если Бог вас исцелил, расскажите другим об этом, как это сделала Сара. Она получила свое исцеление во вторник, а в принципе она могла умолчать о нем, но люди должны слышать о чудесах. Дело ведь не просто в том, что мы провозглашаем какие-то слова, но в том, чтобы при этом действительно высвобождается исцеление. Я уверяю вас, мы не просто произносим слова в воздух, мы не просто произносим слова, чтобы казаться хорошими, казаться крутыми. Нам не нужно шоу. Для нас главная истина. Я хочу видеть проявление истины, а не просто пустой шум. Я хочу видеть силу. Я хочу видеть силу Дунамис, силу Духа Святого. Только эта сила способна изменить жизни людей. У вас может быть впечатляющее шоу и прекрасная техника. Вы можете иметь прекрасные навыки оратора, навыки красноречия, но только сила Божья способна преобразить и изменить людей. Только сила Божья способна искупить грешника и превратить его в святого. Только сила Божья может взять проститутку и превратить ее в святую женщину Божью. На это способна только сила Духа Святого. Как раз проявление этой силы мы ищем.
Я хочу видеть истинное, неподдельное, чистое движение Духа Святого. Меня не интересуют фейки. Мир и так переполнен фейками и ложными новостями. Огромное количество людей в мире профессионально изготовляет новости, фейки. Нам не нужны ложные новости. Нам нужна добрая весть Евангелия Иисуса Христа. И я хочу призвать вас, церковь, призвать всех тех, кто меня смотрит, чтобы вы просили Иисуса о том, чтобы в вашей жизни была великая демонстрация Его силы. Скажите Ему, что вы не хотите просто ходить в церковь. Скажите Ему: «Я хочу видеть Твою славу. Я хочу видеть Твою силу. Я хочу быть для этого мира свидетелем Иисуса Христа в этом мире, полном лжи». И мы живем сейчас в такое время, когда лжи вокруг больше, чем было когда-либо. Послушайте меня все. Кто меня смотрит сегодня, вам лгут. Я просто говорил, что сейчас в мире так много лжи. Нам нужна истина. Истина сделает людей свободными. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вы знаете, что вас способна сделать свободными только Божья сила. Присылайте нам свои молитвенные просьбы. Мы скоро начнем молиться. Но не забывайте о силе свидетельства. Сейчас мы начнем молиться. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Благодарю тебя, Отец. Мы начинаем молиться с верой в то, что Господь высвободит на нас свою силу и свое помазание. Он высвободит свою силу и славу, Его помазание потечет сегодня, как река. Аллилуйя! Спасибо тебе, Отец! Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Иисус! Я вижу, что вы прямо сейчас печатаете свою молитвенную просьбу. Кто-то страдает от диабета, кто-то от мигрений. Кому-то нужно физическое исцеление, кому-то нужна работа. Ключевой ингредиент здесь — вера. Вера необходима вам в жизни, если вы хотите видеть чудеса. Для этого вам нужна вера. Некоторые люди просят о большем помазании на них. Кто-то просит о том, чтобы Бог послал им исцеление диабета и артрита. Сейчас мы уже будем начинать молиться. Я чувствую здесь мощное присутствие Божье. Вы можете перепостить это видео на нашу страничку, чтобы больше людей могли принять эту молитву. Библия говорит нам о том, что ярмо разорвется именно от помазания. Помазание разорвется сегодня. Я вижу свидетельство девушки по имени Ариана. Она пишет: «Пастор, возможно, вы помните, я просила помолиться о том, чтобы Бог открыл двери. Сегодня один бизнес дал моему мужу работу. Это настоящее чудо. Сегодня так много людей сидят без работы, поэтому это чудо. Бог совершает чудеса в каждой сфере». Я вот дам пулада по YouTube, чтобы поговорить с людьми на YouTube.
А сейчас я перейду на наш YouTube-канал, чтобы посмотреть, что пишут наши зрители на YouTube. Кто-то просит помолиться об исцелении боли в правой части груди. Просьба молиться за Алехандро, за его исцеление и освобождение. Исцеление от рака простаты, а также у одного человека рак прошел в почке и в кости спины. Если Бог мог воскрешать мертвых, то поверьте, Он может исцелить рак, исцелить онкологию. Я помню, как я молился. Сейчас я поделюсь с вами одним свидетельством. И мы будем молиться. Помню, я был в Бразилии. Наша команда как раз была в церкви, когда мы получили просьбу помолиться о человеке, который в тот момент лежал в коме. Они позвонили в больницу, где лежал этот человек, и попросили медперсонал держать трубку у кровати пациента в коме во время богослужения. В тот вечер я проповедовал в церкви, и вот посреди моей проповеди этот человек прервал меня и попросил: «Пастор, помолитесь, пожалуйста, за моего Шурина». Они приставили мне мобильный почти к лицу. Он объяснил, что родственник находится в коме, и попросил провозгласить над ним слово Господа и приказать ему встать. Я сказал: «Конечно, давайте помолимся». И я попросил всех протянуть свои руки к мобильному и сказал: «Давайте высвободим на этого человека слово от Господа». Я сказал: «Во имя Иисуса, я приказываю твоему телу выйти из комы. Я провозглашаю, что ты будешь жить и не умрешь, и что ты будешь возвещать дела Господни». Этот человек находился в коме уже 30 дней. Не один день, а 30. Он лежал там как овощ. Они ничего не слышали. Он был в глубокой коме. В тот день мы молились в церкви за огромное количество людей. И потом все разошлись по домам. А на следующий день я пришел в эту церковь и увидел там человека, который говорил в микрофон и плакал: «Спасибо, Иисус, ты так благ». Я спросил у людей, что происходит, почему этот человек плачет. Это тот, кто вчера просил молиться за своего Шурина. Он сказал, в тот же вечер, когда вы молились и провозглашали Слово Господне в жизни этого человека, он вышел из комы. Он проснулся. Он был голоден. Он разговаривал. Он был полон жизни. Врачи были удивлены. Они выписали его из реанимации. И утром он чувствовал себя настолько хорошо, что его хотят выписать. Этот родственник плакал. Потому что сам не мог поверить. Вот вам сила провозглашенного слова. И эта же сила присутствует сегодня в нашей программе. И это сила жизни, сила воскресения, сила Божьей славы присутствует здесь сегодня. И она прикоснется к вам, где бы вы сейчас ни находились. Продолжайте писать свои молитвенные просьбы. Мы присоединяемся к вам в молитве. Отец, мы благодарим Тебя сейчас во имя Иисуса за то, что Ты высвобождаешь жизнь небес,
жизнь Евангелия. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты высвобождаешь свои чудеса на тех, кто смотрит эту программу. Я благодарю Тебя за исцеление от диабета, от артрита, от болезни почек, от рака, от пневмонии, от коронавируса, от лихорадки, от всякой боли в костях и суставах. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас и высвобождаю жизнь в ваше тело. Я проклинаю всякую болезнь и всякую немощь во имя Иисуса. Я говорю всякому глухому уху и всякой потере слуха. Во имя Иисуса, глухие уши, откройтесь. Глухие уши, откройтесь. Во имя Иисуса, прямо сейчас, во имя Иисуса, будьте исцелены. Будьте исцелены. Некоторые из вас ощущают сейчас по всему телу огонь Божий. Огонь Духа Святого. Этот огонь сжигает всякую болезнь. Отец, прикоснись сейчас ко всем тем, кто смотрит нас на Ютубе. Прикоснись к ним своей Божьей славой. Прикоснись к ним силой Духа Святого. Прикоснись тем, кто смотрит эфир по Фейсбуку. Пусть они ощутят Твою силу. Пусть они ощутят Твою славу, которая окружает их и наполняет их прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа мы приказываем всякой болезни и приказываем всякой немощи склонить свои колени перед Господом Иисусом Христом. Господь, мы благодарим Тебя за то, что имя Иисуса выше всех других имен. Имя Иисуса выше рака. Имя Иисуса выше коронавируса. И сейчас во имя Иисуса мы провозглашаем исцеление всякого человека, кто нас смотрит. А также мы соглашаемся с родственниками, молящимся за их больных членов семьи. Иисус, спасибо Тебе. Я вижу человека у вас в горле киста. Я проклинаю эту кисту, проклинаю эту опухоль у вас в горле. Во имя Иисуса Христа я приказываю этой кисте засохнуть и умереть. Во имя Иисуса Христа я приказываю этой опухоли уйти. Полностью рассосаться и исчезнуть. Я благодарю Тебя, Отец. Также, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты касаешься всякой болезни нервов, всякой болезни головного мозга. Отец, я прошу Тебя совершить свое чудо в головном мозге. Всякая болезнь нервов и центральной нервной системы да будет исцелена. Убирайся, всякая болезнь и немощь. Во имя Иисуса мы проклинаем рак. Мы проклинаем онкологические болезни. Я благодарю Тебя, Бог, за присутствие Духа Твоего. Если вы ощущаете, как Бог вас касается, пожалуйста, сообщите мне. Вы можете написать уже сейчас, а также вы можете прислать нам свое свидетельство позже. Я вижу в духе, что некоторые люди страдают от душевных болезней. Вы ощущаете угнетение со стороны врага.
Я прошу вас сейчас расслабиться, чтобы вы могли ощутить на себе волну Божьей силы, чтобы вы могли ощутить волну Божьей силы в вашем разуме. Господь, я благодарю Тебя за здравое мышление. Благодарю Тебя, что нам принадлежит разум Христов. Спасибо, что мы имеем ум Христов. И я сейчас проклинаю и запрещаю всякой форме душевной болезни. Я проклинаю всякого демона, сеющего ложь в разум человека. Я проклинаю шизофрению прямо сейчас во имя Иисуса. Я проклинаю шизофрению прямо сейчас во имя Иисуса. Я приказываю всякой шизофрении убраться. Пошла вон. Я проклинаю тебя. Будь проклята, шизофрения. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас вас освобождаю, Божий народ. Да оставит вас всякая форма душевного угнетения. Я очень сильно сейчас ощущаю это в духе. Есть люди, страдающие от душевных болезней. Дьявол издевается над вами, посылая вам в разум различную ложь, чтобы мучить вас. И я прямо сейчас проклинаю всякое действие дьявола в ваш адрес. Я провозглашаю и высвобождаю ваше освобождение во имя Иисуса. Будьте свободны. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. Будьте свободны во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Всем привет! Я Гермес Фалькао-младший, и я приглашаю вас смотреть прямые эфиры программы «Рассвет пробуждения» со вторника по пятницу в 14:00 по восточному времени в США. Это особое время, когда многие люди получают исцеление и освобождение. Вы можете подписаться на наш канал в YouTube, для того, чтобы всегда вы могли быстро присоединиться к нам. Также вы можете смотреть нас на Facebook-странице «Служение Рассвет Пробуждения». Адрес наших ссылок вы видите на экране. Присоединяйтесь к нам, и ваша жизнь изменится. Вы услышите проповедь слова и свидетельство о Божьих чудесах. Мы приглашаем вас в гости потрясающих людей. Обязательно смотрите нас, и вы не пожалеете.